Смотрите, как здесь в Милане метро устроено. Здесь эскалатор вывозит прямо на улицу. Видите? То есть не в вестибюль, а именно на улицу. Вот идет эскалатор, он идет сейчас медленно, потому что на него никто не стал. Как только человек на него становится, он едет быстрее. Вот. И смотрите, я поворачиваюсь. Я только что поднялась на нем. И я уже на улице, на площади. Вот. А, и вот здесь уж покажу. Вот здесь видно, что это станция Лотто. Вот. И вот здесь вот видно, что это станция Лотто. Вот. И она лиловая. То есть здесь станции отличаются по цвету. Ветки. Простите, не станции, а ветки метро, потому что их много. Тут вот такой вот фонтан небольшой. Ой, сегодня здесь в Милане очень жарко. Где-то градусов 30. Здесь такой вот небольшой какой-то меркато, рыночек. Вот. И вот там вот еще я проходила, потому что я тут уже сегодня в Милане третий день живу. Хочу показать вам немножко свою дорогу до моего дома, где я живу. Вот, видите, вот еще одна вот такая вот палатка, торговое место. Но здесь мне надо будет сейчас переходить дорогу, и даже не одну. А сейчас просто покажу немножко. Смотрите, здесь очень оживленная такая вот дорога, улица, проспект, да? То есть мне нужно будет вот здесь перейти, потом еще раз там, потом вот там, вот там, вот там, и пойти вот туда, по той улице, по той стороне. Поэтому я сейчас дождусь зеленый свет, перейду и только там уже включусь. Я уже недалеко от моего дома. Здесь, конечно, шумная улица. Вот. У нее две полосы. Вот. Видите, еще посередине, вот там вот идут газоны, и с той стороны там тоже. Вот здесь, недалеко от моего дома, какой-то отель. Отель, потому что флаги висят. А, Астория. О-хо-хо. Где я живу? Ну, я не здесь живу, не в Астории. Но я живу возле отеля Астория. Так, а здесь вот супермаркет Конат. Он буквально рядышком с моим домом. И это правильный супермаркет. Правильный, хороший, я хотела сказать. Вот, я сделаю вам отдельный обзор. Это будет отдельное видео, я, конечно же, зайду в магазин, тем более, что мне нужно делать покупочки. Вот, а правильный, и правильным я его назвала, потому что он работает в выходные дни, и он работает допоздна, что не характерно для итальянских супермаркетов. Вот, вот это он еще до сих пор продолжается, видите, вот Конат. Хороший супермаркет, я уже, конечно, была в нем. Хороший выбор продуктов. Вот. И я уже подхожу к дому. И то, что, смотрите, улица вот такая вот шумная, это ни о чем не говорит. Потому что я живу вот здесь. Вот. Вот здесь, в этом доме. И там все квартиры выходят во внутренний дворик. Я сейчас буду уже открывать. В принципе, я даже при вас это сделаю. Так. Вот все. Красный ключик. Это входная дверь. Открываем при вас, друзья. Все. Открыла. Здесь есть консьержка. Вот. Справа дверь, вот это ее такая будка, но сегодня суббота, и в субботу выход, и в воскресенье, вот она не работает. Вот здесь вот она сидела вчера и позавчера. Смотрите, здесь такое эхо пошло. Здесь мы вошли во внутренний дворик, и посмотрите, какая здесь красота. Понимаете, дом так классно сделан,
Во-первых, смотрите, какая тут тишина. Видите? И он какой-то такой интересный, такой конфигурации, он как будто вы видите, такой вот весь дом закрученный вовнутрь. Смотрите, видите? Вот так вот. Вот. И вот здесь вот во внутреннем дворике столько растений вот в катках растет. И даже я вижу какие-то... Ой, какая огромная пальма, смотрите. Видите? Я даже вижу, что какие-то цветут вот фиолетовыми цветочками. Я вообще не знаю, что это за цветочки. Куст. Куст у них такой, знаете, высокий. Высокий где-то почти моего роста. Вот. Вот они тоже цветут. А пальма, как на море, колышет своими огромными ветками, как будто в балкон даже заглядывает. Видите, какая здесь тишина? И здесь даже парадная всегда открыта. Вот это вот парадное, вот, в котором я живу, оно всегда открыто, потому что, во-первых, есть консьержка, и во-вторых, потому что там же есть входная дверь, через которую мы только что зашли. Здесь вот мусорные баки, они поделены, мусор нужно делить. Мы все это знаем. Вот. И я сейчас буду подниматься на 4-й этаж. Вот. Здесь лифта нет. Нету здесь лифта. Вот. Поэтому я все пешочком. Здесь такая, видите, крутая узкая лестничка. Поэтому я пока выключаюсь.